Друзья, как говорится, всем доброго времени суток. Народ, привет. Ну что, мы с вами возвращаемся к способу 2 секунды. Опять он работает нестабильно. У меня как неделю уже опять с пятого раза стал у меня уже даже. Как он видели, да, я постоянно им запускаю со второго раза. Попробую с первого раза. Ну, с первого, со второго. Вчера мы запускали на стримах и вот выходные, да, видели с пятого, шестого раза. У некоторых вообще перестал работать. По полдня они сидят, и только один раз он запускается. Там перезапускает роутер. Я попробовал что? Попробовали поменять именно действие. Сейчас я вам покажу. И у ребят протестили, прежде чем записать видео. И вчера на стриме вечером ребята... Прямо в моем эфире мне отписались, говорят, у нас тоже с 5-6 запускается, теперь со 2, ну с 3 раза. Теперь, говорит, все вернулось, Володь, нормально все работает. Давайте покажу, может быть, кому-то поможет, отпишитесь обязательно под этим видео, друзья. Стало у вас также со 2 раза, с 1 запускаться, будет очень интересно. Мы с вами в наше сообщество, говорит, говорю, и поэтому я все сочетаю нормально, если комментарии адекватные, всегда, друзья... Делитесь, мне очень интересно. Что-то может еще сам кто-то по-другому что-то сделать, запишу видео, покажете. Я сейчас покажу, как заработало у ребят, которых вообще вылетело, то есть там с 10 раза, а то и вообще не работало. У них прям заработало, все, поэтому я записываю. Смотрите, здесь просто структура немножко поменялась, сложного ничего нет. Погнали. Все, вы включили, закрыли аккаунт. Да, запускаем, проверим вот на Мираже. Все, игра не моя, видите, да? Что мы делаем? Все то же самое, параметры сети. Да, показываю по Wi-Fi, друзья, как многие просили. Wi-Fi провод, хотя игра я по проводу и всем советую, потому что в последнее время Wi-Fi как-то он притормаживать стал. Не знаю, с чем это связано, но способы как-то вот они притормаживают именно вот с этими запусками. Но тем не менее, работают по Wi-Fi. Простили, пожалуйста, вот смотрите, отключаемся также. На гид. И делаем здесь, вначале делаем все то же самое. Смотрите, запускаем купленный. Выйти, ждем. Раз, два. Выходим. Пока ваш, обязательно. Пока купленный. Закрываем параметры сети. Подключаемся. Ждем здесь. Открыто, доступно. На гид нажимаем. И, внимание, вот здесь сначала запускаем свой. На Б нажимаем, выходим в главное меню. Все, иконки загорелись здесь. Пару секунд ждем, нажимаем на гид. И запускаем просто купленный аккаунт. На Б. Все, и здесь пробуем, запускаем игру. Друзья, у меня даже с первого раза подхватилось. Напишите, у кого с первого раза, будет интересно, у кого там со второго, с третьего раза. Но опять же, даже если с четвертого, но не там не полдня, как мне показывают на видео, друзья, ребята сидели. Вот, вы видите, мы на дне остались. Выйти. И как бы работает вот так. Давайте попробуем еще что-нибудь запустим. Например, FIFA. И, может быть, друзья, кому интересно, покажу, если выкидывает в меню вас. Да? Если выбрасывает в меню. Вы только запустили игру, многие пишут, и меня сразу выкидывает из игры в экран. Что можно сделать? Если сейчас получится, я запишу. Если хотите, я запишу следующее видео, потому что на стримах я показываю, как это можно. Это работает нестабильно, но иногда срабатывает в большинстве случаев. Вот этот способ, вам не надо щелкать, сидеть, долго ждать, чтобы зайти в игру, если вас выкинуло. Итак, друзья, давайте попробуем запустить FIFA. Так, подключились. Раз, два. Выходим. Здесь можно закрыть. Сразу ждем, когда погаснет параметры. Пока. Подключаемся. Так, ждем. Открыто доступно. Этим же способом, друзья, сначала заходим в свой. Ну, вот, ребята проверили, теперь работает у них также со второго, с третьего раза. Запустили, выходим на Б.
Все у нас загорелось. И здесь мы запускаем FIFU. Ждем. Заходит он. Б, Б, Б. Все, пробуем. Да, тоже с первого раза запустилось, друзья. Ну, прям отлично. Так что вот так. Друзья, пользуйтесь. Пробуйте, напишите, пожалуйста, комментарий, у кого так же долго не запускалось, или не то, что там полдня вы сидите, мучаетесь, ну, потому что вам нравится этот способ, если есть другие способы, там работает идеально. Но мне вот он тоже нравится, я привык, я постоянно им запускаю, он быстрый, вот, и удобный, несложный. Поэтому прошу, друзья, пробуйте. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайкосик и в колокольчик, раз, что, потому что говорят, когда там розыгрыши, когда стримы, говорит, мы не видим. Потому что бывает, что YouTube вот так вот колокольчик у вас раз и все, и отписывает. Заново на него бахните, нажмите, и все нормально будет. Всем пока. Поехали.